Строительство детских садов, ремонт спортивных площадок и создание в школах современных классов физики и математики. Эти и многие другие вопросы обсудили на очередном заседании общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя. На совещании присутствовали руководители некоторых учебных заведений. Их интересовало, как будут решаться проблемы с переполненностью классов и необходимостью проведения капитальных ремонтов в школах. В свою очередь, представители управления образования заверили, что со временем эти вопросы будут закрыты. Деньги выделят из федерального бюджета. За счет этих средств школы получат медицинское оборудование, оборудование для библиотек, новые классы физики и математики. По этой же субсидии заложены и капитальные ремонты, оснащение вот площадок, то, что о чем мы говорили. Есть еще субсидия отдельная для развития спорта сельской зоны. Это еще одна субсидия из федерального бюджета. И тогда и 47-я школа в том числе, там будут оборудоваться новые спортивные площадки по требованиям современным на сегодняшний день.